Ладно. Все равно до того, как серваки упадут, еще 2 часа. Ну, через час мне нужно будет на аукцион, чтобы выкупать лоты. Что го мочить, что мочить? Штаны мочить? Вот я мочу штаны в океане. Ну, дешевые лоты выкупать. Потому что серваки упадут. Да паруса не мешают ни разу. У них голды 400 почти. Да, наверное, опять тебе пальму. Чуть не могу в пальму выстрелить. Кого? Кто будет лежать? А сроки? 6 часов, по-моему, патч будет ставиться. Короче, мне нужно просто на аукционе всякие вкусности выкупить. Точнее, последнего сделать ставку, чтобы после того, как сроки поднимутся, мне эти вещички пришли на почту. Давай же, я в тебя верю, чувак. Еее! Теперь главное не ошибиться здесь с углом, короче. Нужно поближе. Поближе, короче. Подплыть. Тут нужно учитывать еще угол наклона. В принципе, по-моему, я нормальный угол. Ну, с богом. Трос порвался, кстати. А, камера не забагалась. Это уже хорошо. Вот плохо, если я в дерево, типа, уперся на таком расстоянии, блин. Надо в бок тогда. Нет, деревья не все рубятся. Опачки, опачки, давай, давай, давай. Не туда, не туда. Стой. Какие паруса? Там только... тряпка уйдет. Еее. Так, теперь как тут дальше не застрять, чтобы... тут поворачивать нужно. О, кстати, можно, наверное, корабль свой в яму сбросить. А зачем убирать паруса? Я не понимаю. В чем прикол-то? Вон он, просто белая фигня убралась, а мачта осталась. Блин, тут в дерево упрось. Интересно, а если... верхний ряд ящиков разрушить, то смогу пролезть по центру. Пиратка стоит и офигевает, короче, что здесь происходит.
Что это такое? Алло, блин. Чуваки, откладывайтесь с обедов в игру. Ну вообще, на халяву нигде не поиграешь, если только тебе кто-нибудь не подгонит аккаунт. В Корее, допустим, нужно покупать аккаунт, потому что регается он на корейцев. У них персональные данные стоят 10 баксов, плюс там VPN-чик нужно. На Японии ПТП, на Китае ОБТ там. Короче, доплыву до этих самых, до вендоров, там потусуюсь, скриншотики поделаю и потом сюда попробую, короче, скинусь. Ну и что, что ты живешь в России? Из-за этого у тебя нету 30 баксов в месяц на то, чтобы поиграть? А, наверное, потому что я с первого раза забрался на горку, поэтому камера не багалась. Нужно, короче, получается, через дерево забираться на горку. Кстати, а что это за факт? Первый раз, кстати, вижу. Вот. Блин, нужно... Да, зря я сюда забрался, теперь как мне повернуть? А, возможно, кстати, дуэльный флаг. Два стелсера здесь шкирятся. Забаговалась камера. Ну ладно, я это знаю, как ее фиксить. Нужно просто выстрелить рандомно. Так, кстати, нормально выстрелил. Блин, а здесь-то... Здесь только вот между этими двумя чуваками можно. Проехать, тут дерево. Потом придется ящики вырубать. Ща, нужно, короче, скриншотик сделать как-то. F9, по-моему. Да. Жалко, сюда нельзя затолкать там галеон, допустим, чтобы 4 пушек расстреливать пиратку. Да. Тут, короче. Я не смогу здесь уже проехать. Да, слишком большой угол разворота. Нужно будет туда выезжать. Ну, галеон ты чем затолкаешь, только если танками, но танками ты не затолкаешь наверх. Меня зовут Данила. Да. Камушек багает. Высоко слишком, не хватит. Надеюсь, я не навсегда застакался. Хочу, короче, яму вырыть. И скинуть туда катамаран. 7 тянуть галеон, но не притянешь ты галеон. Профессионал версия.
Блин, ну, похоже, это фейл. Не знаю, как тут. Угол сохранить. Может, под самого себя кинуть? А, ну все, короче, похоже, это печаль, беда. Если только там какое-нибудь дерево. Нет. О, кстати. И камень, по-моему, не дает мне вообще что-либо сделать. А, нет, можно. Кстати, это что, это кустарники обычные? Я их могу проехать? Да. Теперь, короче, сюда, наверное, нужно. Только как его повернуть, чтобы куда, короче. А, ну в принципе, наверное, так можно повернуть. Или нет? Куда здесь можно выстрелить? Вот здесь сюда можно было бы выстрелить. Было бы зачетно. Ядра для пушек очень дешево стоят. 1000 ядер. Одну голду сейчас на японском сроке. Вот бесит, что модель корабля больше, чем визуально. Ну, то есть модель корабля, которая для столкновений. Развернусь или не развернусь здесь? Все-таки мне кажется, что это фейл. Нужно было сразу прочный центр идти. Ну, я имею в виду сразу вот сюда, вот на ящике. Блин. А, кстати, это нормально. А если в пиратку, короче, выстрелить? Задамажится? Воу. Я пиратку загарпунил. Жесть, я находился с этим самым. С гарпуном в пятке. О, ну ходит, короче, с гарпуном. Короче, пока что главная задача это... Блин, ну тут такой угол поворота очень большой, что я, похоже, нигде не смогу развернуться. Ну чё ты? А если прям по самой земле, то есть в мили поворачивать, что будет? Вот так вот. А, блин. Сапогось. Короче, задача повернуться вот так вот, вот в это направление, а потом, короче, рано думаешь?
Тут угол большой слишком. О, слушай, у меня так нормально. Главное не уткнуться бочиной. Блин, рановато все-таки, сейчас бы в дерево впилился. Так. Вот это, по-моему, тоже рано. Да. Нужно... Наоборот, нужно, короче, левее сейчас брать. Вот теперь нужно поворачивать. Или нет, или опять рано. Да, надо вперед, короче, пройти. Теперь мне нужен какой-нибудь раб, который сломал бы все ящики. Или я вообще могу через ящики пере... это самое... перепутать. Жесть. Пошел на дно. Как это выглядит внутри, блин. Че, выше не могу подняться? Блин, короче, ящики нужно ломать. Я не могу фрикамеру поднять выше из-за ящика. Я же вышел из этого. А, типа, я сел обратно вверху. Эвакуатор, да. А чё, в Москве же падали машины в эти самые подземные переходы. А тут всего лишь навсего, блин. А, опять сел, блин. Ну, не хочу я садиться с гарпун. Ну подожди, как-то неправильно, по-моему. Почему он дальше не упал? Я хочу посмотреть, как все это выглядит. Так, опять не могу. Это что, он заспавнился уже или что? Не понимаю. Наверх поднимусь тогда. Жесть. Надо скриншоты это. Я думаю, я на самую эту... На самое дно упаду. Не получилось.